Преобразите свой образ с помощью технологии «Все на четырех» – нового подхода в области зубной имплантации, который заставит вас улыбаться. Это Кристина. Как и большинство из нас, она любит вкусно поесть. Но, к сожалению, у Кристины большие проблемы с зубами с ранних лет. Многие из них разрушились или даже выпали. Кристина стыдится выйти из дома, но что еще хуже, она постоянно испытывает боль. Ее сын Марк расстроен, что Кристина больше не улыбается и чувствует себя неполноценно. Подруга Кристины, Таня, знающая о ее страданиях, рассказала ей чудесную новость. Ее стоматолог сообщил ей о новой технологии «Все на четырех». Марк незамедлительно проверил информацию в интернете и отвез маму на консультацию к стоматологу. Врач сообщил Кристине, что технология «Все на четырех» представляет собой инновационный метод зубной имплантации, способный вернуть вам улыбку в день установки имплантов. Установка лишь четырех имплантов позволит закрепить целый ряд новых зубов. Поскольку боковые импланты располагаются под углом, пользу от лечения могут извлечь даже пациенты с маленьким от долгих лет отсутствия зубов количеством костной ткани. Это означает, что доктор установит Кристине и импланты, и зубной ряд всего за один день, что позволит ей наконец-то жить полноценной жизнью. При бережном уходе и соблюдении гигиенических мер улыбка Кристины не будет сходить с лица многие годы. И все это благодаря результатам многолетних исследований и развитию новых технологий. Наконец-то Кристина улыбается. Ее новые зубы приносят ей радость, но что более важно, боли больше нет. Теперь Кристина может полноценно наслаждаться своими любимыми блюдами, а Марк счастлив видеть, что его мама снова улыбается и полна уверенности. Если у вас такие же проблемы, как у Кристины, получите консультацию у стоматолога и узнайте больше о технологии «Все на четырех».